фига у тебя тут пыли. Короче, видео снимается для того, чтобы показать на то, что на заведенном моторе ручка КПП не вибрирует при установке кулисы с жестким креплением кузова. Даже можно попробовать вот так, если, не знаю, на шарике будет стоять. Блин, и не стоит. Ковшах, ты даже в карман не залезешь. А! Нихуя себе, меня тут током ебануло. Ты слышал Не это? слышу. Ай, блин. Дай поставлю. Да, на шарике вообще это проблема сделать. Есть, как можешь заметить. Оно вообще, короче, не вибрирует. Вау, слушай, это прикольно. Все, пиздец, тебе что? Так, она током не ёбнет еще разок. Разрядилась. Короче, ручка не трясется. А, мотор заведен. Короче, давай, переключайся. Я буду снимать то, что ничего не выбивает, ничего не трясется. Отдай мою зажигалку. Типа не фейк, все нормально. Вот так вот. Так что диванные войска там особо не это. Не возмущайтесь по поводу того, что передачи будет выбивать и прочего. Денчик, покажи, как в лучших традициях дрифта. Вот так вот. М54 рулись.